нет, тихие песни не играли. Есть некоторый фон, это, знаете, как я пришел на звукозапись на студию «Мелодия» лет 15 назад, там была христианская команда, они уже сидели, пили там кофе или водку, я не помню, но они сказали, что демоны залезли в провода, и все, не надо писать. Пошумливает что-то такое, типа самовар какой-то. А, здесь кондиционер есть. Хорошо, что мы знаем о его существовании по шуму. Давай. Вот трагическая песня. Может быть,
для счастья. Немножечко, совсем чуть-чуть меня там на рядом. Персон. Я приду к тебе первым, слышишь, как бьет по крыше слон. Я приду к тебе, слышишь, Настя, и раскрашу оранжевым весь твой дом. Чаще теряются песни. Чем больше у тебя песен, тем чаще они теряются. Они как женщины вообще. Не замечали, чем больше у вас женщин? Постоянно теряются. Год, 6 апреля, солнце забило собою все щели. Я один не спешу по улице, каждый прохожий немножко волнуется. Вот близко желто весеннего фона, мальчик засосанный в дырку айфона. На солнце греются сонные киски, девочка в парке учит английский. Beautiful. И грусти остатки, песочница два, колокольчика смеха. А рыцарь скучает в картонных доспехах. И воле старания, и пусто, и тихо. Похоже, его накрывает картига. Дядька в пальто наливается виски. Ловкий карманник ушел по-английски. Beautiful. Зачем нужны дети? Зачем в переходе скрываются маги? Под видом цветочницы или бродяги? И я непредвзято шагаю по улице. Каждый прохожий немного волнуется. Солнце залило собою все щели. 15-й год, 6 апреля. Life is beautiful. Я вас гипнотизирую, тоже все позируют. Thank you.
Спасибо, мы сделаем небольшой перерыв, мы вам будем заказать себе мороженое в баре. И там Марьяна продает диски и билеты на волшебный концерт 4 марта, когда мы будем... Вы знаете, что в следующем году мы переселяемся на другую планету, правильно? Вот, там билеты.